осветительные приборы. Вот подсвечу. Что у нас имеет отношение к осветительным приборам? Бацилли? Это что? Лучина. Это лучина и светец, да? Да. Вот наказали подсвечники. А еще что? Керосиновая лампа. Керосиновая лампа. Вот такие старинные осветительные приборы, как, на смену которым пришла наша лампа из загадки. Молодец. А это? А куда подумай? Это трудно, наверное, девочка, представить. Рукоделием здесь занимаетесь? Вышивкой. Это пяльца? Да, пяльца. Молодец. Это пяльца, которая вот так прицеплялись к столу, и мы обе руки были свободны. Можно было спокойно вышивать. Класс. Ну, кто еще загадку вытащить хочет, девочка? Можно? Давай. Телефона, телефона. Давайте. Дзынь-дзынь-дзынь. Дрынь-дрынь-дрынь. Читай. Читай. Он плывет, как кораблик по волне, он хозяйка. Ну, читай, читай, громко. Слух читай. Да, помолчу. Ну, читай. Слух читай. В доме нашем.